Будем с вами продолжать игру «Метель». Насколько вы помните, наверное, в первой части мы проходили Алана. Теперь мы играем с вами за Эмили. Вторую главу. Поехали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Поехали. Так, смотрим ящики. Респаун, конечно, не самый удачный. Ладно. Нужно поскорее найти выход. Согласен. Кстати, я забыл сказать, что мы с вами проходим главу на хорошую концовку, или как ее называют, секретную. Так, свет вырубил, ручку вставил, холодильник открыл, пламя подоставил. Тут надо быть сейчас аккуратным. Смотрите, кладем ледовый кусочек в микроволновку и нажимаем вот на эти штучки. Твою же! Ты что там шумишь? Смотрите, мы открываем дверь. Быстренько заходим, берем рычаг и зарываем на ключи. Нужно вернуться обратно в камеру. Быстренько все закрываем. И заходим обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Только благодаря этому вы можете получить хорошую концовку. Именно благодаря этому. Так. Ну, вроде все на месте. Ну вот, ну. Видите, он взял ту коробку, куда мы рычаг положили, и он несет ее вот в ту дверку. Вот сейчас. И напоминаю, эта дверка ведет к тому месту, где у нас была первая глава. И он туда уйдет до тех пор, пока мы не нашумим. Дальше, вторым делом, мы с вами открываем вот эту хрень. Забираем оттуда ножнички. Открываем эту дверь, заходим в дверь, берем ведро. Идемте в ванную, да, включаем воду, вода у нас есть, закрываем. Так, дальше, идем к этому люку, открываем, наполняем воду, берем эту маслёнку, закрываем это, идем к комнате маньяка. Так, масленка с маслом. Смотрите, мы сейчас идем обратно в эту же комнату. Как можно будет это называть, это я тпану. Нажимаем на вентиль и выключаем его. Дальше закрываем все за собой, потому что сейчас мы будем шуметь. Так, видите, пар отключился благодаря этому. У нас доступен рычаг. Но для рычага нужно 24 вольт. А, стоп. Можете пока не закрывать. Можете даже вскрыть. Можно вскрыть. Что там шумит? Можно закрывать дверь. Берите плоскогубцы. Открывайте, берите прядик. Можно даже успеть. Надеюсь, успеем. О, успел. Просто в тайм. А? Так, погоди-ка. Робот все закрыл тут. Ты все на месте. Вот. Так, дверь не надо было вот эту закрывать специально. Он ее открыл для ловушки. Сейчас нам нужно врубить 24 вольта. Запоминайте комбинацию. Смотрите. Вот это и это. Дальше мы идем с вами к рычагу. Смотрите, желательно ничего здесь не открывать, а открыть только вот эту дверь, которая у меня сейчас открыта, и кладовую. Дальше нажимать на рычаг. Твою же! Что за шум? Можете даже подождать, пока лифт приедет.
Я больше не знаю. И только на самом деле это жестко. Закрывайте вот это. Заходите в клетку. Открывайте клетку. И спокойно ждете касцену. Сейчас вам покажу, что будет благодаря концовке. Смотрите, мы положили рычаг и... Кто это там смотрите, шумит? Видите? Лив, слышите? Это, можно сказать, первая глава и вот эта глава, они, можно сказать, происходят в одно время. Он идет сейчас к нему проверять лифт. Он сейчас там типа запер дверь. Мы выходим. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да. Так, можете даже по приколу, конечно, карту взять, но я вам не рекомендую. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить. Вот, видите, он ему запер дверь, он ее выламывает. Он там уже... Так, все. Лифт приехал. Он спускается. Ага! Так, видите, он пробрался. Где ты, черт возьми? Помните эти слова? А сейчас будет самый интересный момент. Мой любимый. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Вот. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Так. Сейчас, возможно, если он секретный мост получится. Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я вот уже наш, думала, Макс, не выберусь отсюда. Мы ждем с ним сейчас. Скорее бежим подальше от этого места. Вот так мы открываем с вами секретный контур. Ну вот. Вот мы узнаем, как. Давай, пока никого. Пройти эту главу. Всем пока-пока.